много знать и все вам рассказать. Блиппи! О! Привет! Это я, Блиппи, и сегодня я в зоопарке Вудланд в Сиэтле, Вашингтон. Ха-ха, и мне не терпится изучить пингвинов. Ух ты! Посмотрите на этих животных! Да, это пингвины. Если точнее, пингвины Гумбольдта. Ха-ха, они такие милые! Привет! Эти пингвины, они родом из Перу и северного Чили. Да, не звучит как холодные края. Эти страны на самом деле очень теплые. Эти пингвины живут в основном в пустыне. Посмотрите-ка на них. Кажется, им нравятся мои подтяжки. Ой, щекотно. Привет. О, этот пингвин такой мягкий. Поскольку пингвины — это птицы, у них много перьев. Эти перья очень мелкие и покрывают все его тело. Привет, малыш. И вы видите его крылья? Да, его крылья больше похожи на ласты, и поэтому пингвины могут быстро плавать в воде. И на самом деле пингвины не могут летать с помощью своих крыльев. Это ничего, зато вы отличные пловцы. Ух ты, посмотрите! Вы видите, у этого пингвина нет полосок. Да, у него только маленькие черные точки. А у пингвина, который за ним, есть большие черные полоски. Этот пингвин взрослый. Тот, который впереди, ребенок. А который сзади, взрослый. Эй! Но они почти одного размера. Как дела? Как проходит твой день? Мой хорошо. Ого, видите этих пингвинов? Да, они похожи на домашних питомцев. Но на самом деле нет. Пингвинов нельзя держать в домах, хотя они очень милые. Они живут в зоопарке, и мы можем позаботиться о них. Можем изучать их. И чем больше мы узнаем об этих милых пингвинах Гумбольдта, тем лучше мы можем заботиться об их братьях по всему миру. Ого, пингвины! Да, мы с вами за кулисами аквариума. И сейчас встретимся с пингвинами. Идем! Итак, мы будем двигаться осторожно и медленно и вести себя очень тихо. О-о-о. Привет. Привет, а ты кто? Я Хач. О, это Хач. А что ты здесь делаешь? Я работаю с пингвинами и рептилиями. О, с пингвинами и рептилиями. О, вы видите пингвинов вон там? О, привет! И здесь есть только два пингвина? Нет, сейчас придут еще. Хочешь выбрать игрушку? Мы будем с ними играть. Конечно! Давайте возьмем игрушку и подождем других пингвинов. Посмотрите туда! Они очень любят играть со своими игрушками. Это у нас Вайолет, и она сейчас поздоровалась. Мне кажется, ей понравилась моя тень. Да, вероятно. Пингвины вообще любят контрастные цвета. Они вообще хорошо различают цвета. У них сетчатка глаза устроена, как у человека. Ясно. И они, хоть они и птицы, они ведут себя немного как котята, да? Да, немного. И они очень любят играть с разными игрушками. И еще они показывают, когда хотят, чтобы их погладили. Ясно. О, это интересно. Это довольно круто. Эй, посмотрите поближе. О, пока-пока. Пингвины такие смешные. А откуда родом эти пингвины? Эти пингвины из Южной Африки. О! У нас в аквариуме таких 32. Ого, 32 пингвина?
И они из Южной Африки? Не из Антарктики? Не из Антарктики. Они относятся к тем видам пингвинов, которые предпочитают теплый климат. О, понятно. Это круто, интересно. Теплый климат и пингвины. Каждый день узнаешь что-то новенькое. Ладно, давайте присядем вот здесь. А Хач сейчас принесет нам пингвина. Это так здорово! Я смогу потрогать пингвина! У-у-у, привет! Ладно, итак, я сейчас потрогаю пингвина двумя пальцами. Аккуратно по спине. Эй, ты готов? Вот так. Эй! О-о-о! Он такой мягкий! А вы знали, что у пингвина 70 перьев на квадратный дюйм? Перья очень мелкие и очень плотные. Можно я еще раз потрогаю? Да, давай. Ладно. Ну, как тебе? Тебе нравится? О, она красуется перед тобой. О! А что значит, когда она трясет головой? Это значит, что она очень счастлива, а ты можешь быть ее новым парнем. Надеюсь, она не хочет целоваться. Привет, ребята! Мы собираемся кормить пингвинов. У нас тут их любимая рыба. Это океанская отрина. Еще ее называют кижуч. У нее серебряная полоска на боку. А у меня для них анчоусы и сардины. Они едят их в дикой природе. Ну что, вы готовы поесть? Проголодались! Я тоже попробую покормить пингвинов. Ладно. Оу, посмотрите на эту рыбу. Если бы я был пингвином, я бы съел такую. Ладно, держите. О! Вот, держи, пингвин. Еще рыбка. Эй, молодец. Этот, наверное, очень голодный. Так, держите еще. Так, эта рыбка намного меньше. Ну, держи. О, молодец! Хочешь еще? О, держи еще. Ну ладно. Извините, пингвины.